Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 30 Neo. И сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery на данном устройстве. Итак, если вы попали в режим Recovery, то первое, что вам нужно знать, так это то, что передвигаться в нем можно при помощи кнопочек громкости, делать выбор при помощи кнопочки питания. Для того, чтобы выбраться из данного режима, нам нужно выбрать самую первую опцию, то есть Reboot System Now. Нажимаем на кнопочку питания и ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.